Ведущие специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи поделились опытом с якутскими коллегами. В республиканской больнице номер 2 прошла выездная школа по актуальным вопросам специализированной медицинской помощи в многопрофильном стационаре. Приглашенные специалисты рассказали о новых технологиях и методах своей работы в области нейрохирургии, анестезиологии и травматологии. Конференция носит, с одной стороны, образовательный характер. Мы стараемся поделиться с коллегами тем новым, что мы знаем, и тем новым, что мы внедрили у себя в институте и вообще в Санкт-Петербурге. Но на самом деле такие конференции – это не просто образовательные, это обмен мнениями и это общение в первую очередь. По крайней мере, я больше всего в таких конференциях ценю общение, потому что, как правило, у всех есть что-то хорошее, очень интересное, да, и всегда есть чем поделиться. И мы всегда готовы делиться, и мы всегда готовы принимать какие-то интересные новые подходы, новые решения, которые наши коллеги где-то придумали в других местах, да, в других больницах, стационарах.